Привет! Приглашаем тебя на новый сервер хардкорной ванильной анархии. Практически никаких плагинов, полный хардкор. Никакого доната, нет тупых школьников. Самые мощные сервера, лагать не будет даже на ведре. Только у нас, версия 1.19.2. Идем играть с нами. Считается, считается, еще как считается. Включил Ронет зоны и позвони девочке. Тихо. Включи обратно урон от зоны. Так будет интереснее для всех, ведь в конце игры зона все равно дамажит, а так зомби не смогут прятаться за зоной до конца игры. Да? А сколько там урон? Да нет, понимаешь, в чем прикол? Зона дамажит зомби меньше, чем мне. Они же и так мертвые, понимаешь? Вот тебе и прикол. Ага. Ну что ты? Опять тебя попускают, а? Вот один нашел. Вообще, блядь. Все, сдавили. Я думал, там нет никого. Я думал, там никого нет, пацаны. Вы что-то с этим самым понял, тика твоя мать! Сын тварь! Почему все школьники лохи? Почему такие нежные они? Почему такие слабые они, словно женщина маленькая? Школьники, слабые, слабые лохи. Школьники, почему вы так сильно плохи? Потому что вы лохи, школьники, лохи. Подаюсь, играешься с ними, как это тю-тю-тю-тю-тю-тю. А они на тебе и крысят. Вот тебе и порвался. С ним совсем, совсем добром они. Они плюют в сердце и в душу, вот пожалуйста. Позорище. Раздавили как кролика на автостраде. Как будешь отмазываться? Что на этот раз помешало? Хотя я знаю, что крольчачьи лапки и твой затуп. Твоими лапками только хуй получишь и дрочишь. Раздавили, как кролик на автостраде. Как будешь отмазываться, мням-ням-ням, что на этот раз помешало, мням-ням-ням. Боже, блядь, какая же ты слабая дура, мням-ням-ням. Уже в женских настройки поставил, и женский скин поставил, и поплакал, как женщина, а все никак не помогает. А вообще это карма тебе за трича, мням-ням-ням, верни, мням-ням-ням-ням. Ставьте плюс в чате, кто считает, что старая девка Глэк Веласкес и Каблучок Рыбачок Денис Сухачев — это один человек, который никогда не выиграет в зомби Узи Блов, пока он лох не вернет Мадерку Трич ТВ. А кто это вообще такой? Я такие даже не знаю, знать не знаю. Чамка какая-то, боже. Привет, Патик. Ля-ля. Хотел добро и получил пизд.
Или ты возвращаешь Юсика, или я со всеми зяблами ухожу смотреть, как Рапич наваливает в бигры. Девушка, привет. Только зашел. Дедушка. Какой счет? Дедушка. Счет 0-0. Нулевая позиция. Да, кстати, кролик, мы в номере-то сидим, потому что только что к нам приезжала шлюха. Проблема в том, что шлюху-то мы вызвали. Вот. Ну а приехала, блядь, твоя жена. Да ладно, твоя мать приехала! Я поддаюсь для вас, а вы вот так вот плюете у меня. Вот. Фиксация пожилого попуска осуществлена. Так, ребята, попрошу вас, пожалуйста, перейти на ВК Плей. Перейдите, пожалуйста, на площадку ВК Плей полностью сейчас. Я YouTube отрублю, да. Перейдите на ВК Плей, потому что я хочу на ВК Плей с ребятами пообщаться, давно не общался. Вот, после там, чтобы мы потом будем смотреть всякие видео, чтобы не было проблем, а потом на Ютубе. Вот, перейдите, пожалуйста, на ВК Плей, я вас прошу, вот сюда. Все, кто не перейдет, тут писюн пососет, все. ВК Плей пасыки, пожалуйста, перейдите, must have. Все. Ну не плачь, я твой палач. Ты мой сосач. Да, ребят, перейдите, пожалуйста, на ВК Плей Ливы, все. Все, нет. Вы наислабейшие, вы даже не мужчины. Вы все так вот, тряпочки. Я вытирала вас свои ножки. Вот и все. Научитесь играть, потом заметьте меня в зомби. Вы нежные, слабые. Вы очень слабые. Вы от вас трогаешь. А вы такие, как женщина, резинка. Да, все те разы, которые это до этого было. Я просто вам поддавался. Вот и все. А я вам говорил. Да, понятно, все. Да. Почему на Ютубе выключил? А потому что мы сейчас тут... А знаешь почему? А потому что сейчас многие не смогут зайти на ВК Плей. Да. Нельзя, их будет меньше зомби. И тогда я их попущу, да. Да, да, да. Ты серьезно думаешь, да, серьезно, что на ВК Лили сможешь скрыться от меня? Да, могу. Потому что там не сохраняются записи. Да, да, не сохраняются. Даже не надеюсь. Все фиксируется, и уже завтра будет в нарезке. Здесь меня никто не знает, здесь записи не сохраняются. От зоны я не умру, потому что у меня дома. Братство, мы братки. Мы всех братов, брат, братки, брат, братанчики, братушки. Не бей, братка. Это получается пятка. Не вопрос, это пожилая взятка. А, ну что ж, окей. Да, сука. Бля, лежит и воняет, да, Адель. А? Что воняет? У кого что воняет? А? А? Не понял, а? Не пойму, что звучит. Летай, алла, блядь. Короче, бред, чушь ебана. Ну это тупо. А ну я выиграл, да? То есть эти дауны просто ждут конца зоны. Ну практически я бы сейчас мог бы играть без их присутствия. И просто так же умереть от конца зоны. Все. То есть по сути их присутствие в игре — это нулевая позиция. Понимаешь? Да. То есть ну реально, по факту. Если я бы их сейчас бы не добавлял в эту игру, я бы сам бы играл сам один. Просто бегал, никого не убивая. Я бы так же умер в конце. Точно так же от зоны. Все. Итак, смотрю. Урон от зоны. А какой он изначально должен быть? Я не помню там, блин, урон изначальный. Урон. Первая фаза мало там бьет, да. Ну, по 20 хп, чтоб снимал, да. Не, а что по 20? По 30.
Да, точно, по 30 хп в секунду. Каждая фаза. Не, первую я не буду делать фазу. Первая пусть будет там 0. Ну, потому что первая там, чтобы время было утонуться. Потом уже будет нормально, такой урон, да. Чтобы эти долбоебы от меня просто от машинок, ну, на машинах не катались и все, какой смысл, да? Вот это будет 100% по-честному. Короче, изменил сейчас я немножко приоритеты. А, точнее, выставил все по-честному, да, чтобы дамаг всем шел. Не только лишь мне. Не только лишь всем, а не только лишь мне. Сука. Итак, смотри. Берем тачку. Резко. Подъезжаем, чел убиваем, уезжаем. Все. Хотя нет, сделаем смекалочку. Я, блядь, понял, думал, что тут вы с машиной выпрыгнете, и машина как бы та, типа, дальше поедет по челам и взорвется, типа. Привет беженцам! Это хорошо, что не те в рамках зоны катаются, потому что зона дамажит. За пределами зоны, точнее, да? А тогда не дамажил этих лишачки, могли по всей карте просто отдыхать, кататься. А потом в конце просто, ну, как бы, да, даже не подъезжать, я бы сам умер от зоны, все. Блин, интересно, сколько зона хоть дамажит, проверить надо. Может, она реально не дамажит? Ух, блядь! Вот это шкинки там, наверное, сейчас не это, кажется, ну, жарит их зона конкретно. Опа-на. Па-па-па-па-па-па-па-па. Пара-па-па-па. Ну шо? Мальчик мой. Ты где маленький? Иди нахуй! Ну чё вы? Ну шо, на, бимбочка. Изи! Вот это я понимаю, все по чесноку в натуре. Са-са! Вот и все. Вот теперь надо думать, понятно? Здесь теперь нужно проявлять мигалочку, а не то, как вы просто катаетесь, как женскополые женщины. Понимаешь, вы играть не умеете. Вы по сути зеро, ноль и бублик. Понимаешь, вы бублик. С этого дня все зомби официально называются юнитами. Все. Завтра на ютубе, чтоб все сейчас присутствуют, да, более 1000 зяблов в эту прекрасную ночь. Запомнили. Приветствие теперь для зяблов звучит следующим образом. Здравствуйте, юниты. Вот, за пожалуйста. Победу. Здравствуйте, крепочки. Вот, пожалуйста. Все. Крепочки, хай. Вот тебе и пожалуйста. Сейчас, быстренько, пись-пись, пись, 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 пись. Ха-ха, со стули, сучки, а? А я вам говорил, суки! Я вам говорил, я это просто так не оставил бы. Я вас уничтожу! Да-да, точка, 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 кого ты победил, то? Урезал количество зомбей. Урезал весь дамаг по женскому телу. Урезал все, что вообще возможно, и теперь злорадствуешь. Считается, считается. Не считается. Или считается только, когда ты выигрываешь? Ясно, если вот тот... С ютуба, у тот, сука, чамар, который монтажер ебаный. Если он, сука, вот этот момент победы моей не зафиксировал. Понял, да?
а зафиксировал только то, что было перед, то есть под давашки, то я этого, сука, чамара, бля. Ты меня понял? Если ты тут чаморочек, я тебе сказал, ты у меня на мушке. Все. Да. Почему дед в зомбу не зайдет перед сном? Потому что боится, что его попустят.